Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Days Gone, друзья. Мы с вами мужественно пробежали большой пласт заданий сюжетных, но у нас тут есть много побочных. Давайте посмотрим, что нам предлагают. Охотник на мародеров, засадный лагерь. Зачистите засадный лагерь мародеров. А почему про Бирли Лейк никто ничего не пишет? Ну-ка, еще раз давайте посмотрим. Блин, что я сделал? Опять не то нажал. Зараженная зона, гнездо. А что, здесь нету в этом потребности, что ли? Это чей лагерь? Засадный лагерь. Угу. Давайте вот с этим разберемся. Вот с Дирнборном. Давно же мы с вами ничего не зачищали. Так, заправлены. У нас, по-моему, с патронами тоже все хорошо. Ну, значит, едем разбираться с Дирнборном. Сейчас тебя открою. Давай. Оружие есть. Что за информация, Брайан? Что ты можешь мне сказать такого, чтобы стоило выслушать? Это радио «Свободный Орегон». О, ты бесишь. Правда? Уже, дик. О, этот, Орегон, Копланд. Не что? Только меня, уже и зрители моих бесишь. Произошло. Мы были глухими и тупыми. Жевали все подряд. Больше мне не хватало. Как жирные, счастливые коровы. Еда, телек, выпивка, героин. И это работало. Но теперь я ощутил всю мысль. Убил. Открытыми глазами. Теперь вы видите, что с самого начала я был прав. Теперь нас никто не проведет. Именно мы теперь стоим и справляемся в 100 раз лучше федералов. Так. Вдохните полной грудью. Догоните. Вы свободные люди. И никто больше не лишит вас этой свободы. Так, Сент Джонс. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Да, Коуп, я ощущаю эту боль! А кто не ощущает? Ну, Джесси Карлос Уильямсон, покойся с миром! Джесси Карлос Уильямс. Я не знаю, Джесси Карлос Уильямс, но у нас с тобой Эдди, ты на связи? Нету лома. Да, Дикон, говори. Я подарил ему пса, и это сработало, как ты и сказала. Ну, я рада. Знаешь, ты хороший друг. Ему с тобой повезло. Да. А мне с ним? Фриканы, пуканы. Забирай. Забирай. Это что, порох? Патроны, наверное, крафтить. Я лом ищу, друзья мои. Слушайте, я сегодня никак не могу запомнить разницу в кнопках между Daylight, который я сейчас записываю, и этой игрой. Все время ошибаюсь. У нас сегодня может вполне себе такая оказаться прогулочная серия. Здесь так воняет. А, ну здесь, видимо, мы уже гнездо зачистили, так воняет. Вид такой, как будто здесь гнездо, но оно здесь действительно, видимо, было. Да, и мы с ним разобрались, с этим гнездом. Но впереди этот Бирл Лейк. И я даже не представляю, насколько далеко снайпер, честно говоря. У нас уже недостаточно патронов. Потому что мы все... А я хотел давай. Стелс. Так, ухо дай. Ну, елки-палки. Я лом хотел найти. Тут это все вот мне стелс обломало. Вот это животное ушастое. И в итоге получилась фигня. А, это Дирнборн лагерь. А я что сказал? Бирли Лейк.
Ну и чё здесь, нету металлолома? Ну чистый бомжатник, чё я могу сказать. Давай, Сент-Джонс, забираем. Ну-ка, есть здесь что-нибудь? Ай. Там полицейская машина была? Нет. А, да, джип полицейский. В джипах обычно много всего бывает. Да. Это дым, да? Дым, в принципе, неплохой ориентир, я вам хочу сказать. Ориентир в части того, что надо сбавлять ход, впереди лагерь. Мне так думается. Возможно, я ошибаюсь. Если вы со мной не согласны, напишите в комментариях, каким еще другим образом можно опознать лагерь. Где Моцак? Моцак. Ну, я тут все, в общем-то... Присядь, дебил. А, он меня увидел? Скотина. Это мне нужно. Ну что это такое, а? Сент-Джон, сядь, а. Так, вот так. Это что, вечереет? Слушайте, а я смотрю... Ну, мы нормально подъехали. Никто не должен уйти. Жалкие насильники и убийцы. Чё, где они? Ну что, давайте создадим. 5 бинтов. Он меня увидел? Интересно мне знать. Вот если я его сейчас убью, вернее выскочу на дорогу, то меня может увидеть снайпер. Но с другой стороны, это единственный способ его убить, чтобы он нас не выдал в будущем. Правильно? Правильно. Ухо пришло? Пришло. Прекрасно. Так... Снайпера вижу. Давайте теперь разбираться, как сюда попасть. Сохранимся. Я думаю, что патронами нас не обидят. Тоже ставим сюда глушак. На снайперку глушака нету. У меня два ружья, друзья, потому что это суммарно 30 патронов. Ну-ка. Давайте вот его пометим. Знаете, я что думаю? А ну-ка, на секундочку. Нет. Ну-ка, вот здесь что есть? Вот это что такое? Пристальный взгляд. Так, подсветка контуров противников при использовании взгляда следопыта. Вот это неплохо, кстати. Увеличение дальности взгляда. Так, что надо? Один дополнительный навык. А это? Какая хрень. А стрельба что? Давайте посмотрим, что по стрельбе. Повышение точности прицеливания. Ну, мне это не особо надо. Это тоже чушь какая-то, рукопашная. Убивайте мелких врагов. О, давайте. Эскапист освоено. Ну и название. Класс навыка 2 доступно. Теперь выживание. Соколиный глаз. Показ растений на мини-карте. Ну. А ну-ка. А это... Мне это не надо. Вот что надо. Сколько надо? 3 дополнительных навыка. Но это мы сделаем. Сейчас мы вкачаем. Дальность взгляда следопыта. Давайте все-таки вот это купим. Вот.
Проходя рядом с арбалетным болтом, вы автоматически подбираете его, чтобы выстрелить из арбалета. Ну, арбалет мы, кстати, еще не пробовали. Теперь уменьшение шума при движении. Вот это мы купим. Угу. Радиус взгляда следопыта увеличился. Угу. Правый стик, понятно. Уменьшение шума при движении, а это покупаем. Вот. Вы производите меньше шума, как бы, так как в открытом мире. Прекрасно. Теперь. Но это не особо надо. Ускорение восстановления запаса сил. Пристальный взгляд. Подсветка контуров противников при использовании взгляда следопыта. Да. Вот, что нам надо. Правый стик все так же. Ускорение восстановления запаса сил. Это мясник. Ну, не особо надо. Есть. Здесь. При малом запасе. Вот, это уже четвертый класс, да? Отлично. Так. Прекрасно, здесь. Вот это здорово. Тоже. Метательных орудий, которые мы можем с собой носить. Здесь. Дополнительный при малом запасе здоровья. Давайте это тоже купим. Вот видите как? Теперь появилось понимание того, что нам надо. Стрельба, что по стрельбе? Ну, это не особо надо, честно говоря. Давайте. Коварный прием. Чтобы атаковать противника, нажмите РТ. Чтобы атаковать противника на расстоянии, прицельтесь, удерживая ЛТ. А затем нажмите РТ. Ясно. Здесь что? Ну, я пока не знаю. Ускорение восстановления концентрации. Ну-ка, давайте. Вот. Хорошо. Здесь. Пока все. Да, пока все. Вот видите, как нам подсвечиваются контуры. Ну, мы отойдем. Ничего. Он идет, что ли? Так, что, понравилось? Черт. Это было очень неаккуратно с моей стороны. Ну, прям очень. Беру. Ну, наконец-то. Хорошо. Ну-ка. Вон я еще одного вижу. Или это дерево? А, нет, это не дерево. Хорошо. Хе-хе-хе. Так. Так. Прекрасно. Сколько их еще? Спрыгиваем. Сейчас мы тебя облутаем, родной. Прям вообще. Ну, я что-то пока больше людей не вижу. А вот и еще один деятель. Он один только? Да, он один. Забираем. Ну-ка. Второй, третий. Ну, какой полезный навык. Видите, как мы все сделали, кстати. Так, хорошо. Отлично. Теперь.
Я люблю... Вот с этим снайпером разобраться надо. Где он? Очень рисково, потому что... Не, я его так не вижу. Я могу только по очертаниям ориентироваться, а это несерьезно. Так, вот здесь я вижу патроны. Хорошо. И внизу же вот здесь где-то шарахался кто-то, да? Никто не шарахался? Или мне показалось? Сент-Джонс, по-моему, там кто-то был внизу. Аккуратно, аккуратно все будем делать. Фиг знает. Пока не вижу. Мой кофе стынет. Идем дальше. Ох, снайпер гаденыш. Опа. Сент-Джонс, это очень опасно. Сколько намодов вы уже перебили, а? Никто ничего не видел? По всей видимости, нет. Ага. Раз, два, вот он второй. А отсюда к нему никак не подобраться? Давайте посмотрим. Этот луч, он бегает. Вот. Увидели? Я не пойму. Она качит, у нас потери. Вот стоит. Причем спокойно стоит. Не-не-не, это там. Это я просто мог сейчас элементарно вляпаться. Знаете, я еще что сделаю? Сейчас вот этот луч опять сюда придет, потом уйдет, я вон туда за камень забегу. Заодно посмотрим, как эти навыки работают, но мне они нравятся. Я просто не понимаю, знаете чего? Вот он как стоит, спиной, не спиной, этот чувак, который около огня. Со снайпером-то все понятно. Он вертится. Ну, переключай луч, алло. Ты посмотри на него. Ты что, чувствуешь, что я пришел, что ли? Там кто-то есть. Вот это я дал, да? Берегись! А? Давай! Нет! Ну, есть уже! Ну же! Есть! Я молодец, а... Да, только я так мог. Ну, я не видел, честно говоря, как она стоит. Поэтому он, вернее. Не получилось у меня никогда. Не получается. Стелс не получается. Ну все, не уйдешь. Сколько их? 5 осталось? Ну, давайте, покажитесь. Алло. Ну, отсюда тоже, я думаю, можно уже снять. Это не надо совершенно... Где снайперская винтовка? А почему я без снайперской винтовки? У меня ее нету, что ли? Прекрасно вообще. Это мне. Чё, мёртвый? Твою мать! Всё, сложил. 12. А почему я без снайперской винтовки? Ее нужно было взять опять, что ли? Или у меня ее забрали? Или она автоматически в сейф ушла? Интересно. Отходим! Да стой ты смирно! Гуляй, да. Угу. Эх, такой стелс был. Офигенный. Я как обычно. Сколько? 13?
Где они там? Почему я никого не вижу? Лом. Да. Одна единица лома, это очень слабо. Че, взрывать это? Че это взрывать? Зачем? Смысл в чем? Два человека где-то тусят. Это что, фонарь? Да, это фонарь. Я звуки слышу. Давай, намат, обыскиваем его. Нет, удивительно просто. Не видно его? Нет. Ну, значит, по радару будем ориентироваться. А, так у него башка из чугуни. Ладно. Как скажешь. Смени ты оружие, алло. Ты убит. Осталось всего одна сволочь. Угу. Скотина. Ой, скотина. Так, давайте, я на него ружье тратить не буду. Всех уложил. Вот так вот. Я теперь вообще-то сейчас уже вас застали врасплох. Пистолет что доставал. Нравится? Стоп, дайте мне облутаться, ладно. Полутаться. Где вы спрятали свой бункер? Он же у вас точно есть. Сент-Джонс, очень я расстроен. Где наша снайперская винтовка? А я такой деловой, думаю, сейчас снайперскую винтовку возьму, снайпера сниму. Конечно, да. Офигеть можно. Вот это подлянка. Вот, друг. Спускаемся. А, вот оно. Я его даже не заметил. Прикольно. Благо, благо, что все быстро сделали. Так. Сейчас возьмем снайперскую винтовку, если она здесь есть. Здесь же... Да ж сними ты, господи, это оружейный... А, стоп, надо сперва стол посмотреть, открыть, а потом у нас появится оружейный шкаф. Что это у нас тут? А что за звуки? Карта. В гербарне, отлично. Бомба с датчиком приближения. Хорошо, Собрайном встретиться. Так, ну-ка, открывай-ка шкаф. Особая. Ну и где снайперская винтовка? Друзья мои, вы можете мне объяснить, куда делась снайперская винтовка? Арбалет Намада. Так, стандартная особая. Арбалет принимает бесшумную ликвидацию противников. Давайте его выберем, потому что я ни разу с него не стрелял, и мне абсолютно непонятно, почему я не могу использовать снайперскую винтовку. Нам же ее дали по сюжету. Сюжетная линия, я помню. Это ж кто у нас? А, лагерь Коупленда. Ну, через лагерь, в принципе, можно попутешествовать. Туда мне ехать не особо хочется. А так можно заправиться и... Но с Убрайдом надо встретиться, друзья мои. Надо встретиться. Как бы я не противился этому. Потому что надо еще стелс потренировать. Ну, что, потренируем. Так, 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 так. Никакой рекламы. Компот. Ой. Непонятно мне, честно говоря, вся эта фигня. Я думал, что то, что дали по сюжету, со мной останется. Сейчас мы здесь в лагере. Купим патроны, заправимся и поедем дальше. Мэнни! Ты по мне соскучился, засранец? Тебе как? Бак залить? Нет. Как новенький.
Тебя заправить? Так, дизайн, характеристики. Чего у меня есть? Здесь все куплено. Все куплено. Третий уровень доверия. И что здесь? 840 баксов, иди в жопу, Мэнни. Лады. Он согласился с тем, что надо идти в жопу, друзья. Видите, молча. Ладно, и без разговора. Нет, видите. Пока. Здорово. Слушай, Дэймон. Класс. Здесь пистолет. Я могу предложить еще что-нибудь. Тут. Покупаем. Это тебе точно нужно. Глушитель для основного оружия. Почему нет места? Что для этого нужно? Неплохо. Напишите мне в комментариях, что для этого нужно. Одно улучшение готово. Ладно. Почему так? Спасибо, Дикон. Это же мой любимый клиент. Да ты чё? Как дела, Мэнни? Ты почему мне моцак на 99% починил, гамнюк? Я ждал большего. Так, а давайте через лагерь проедем, чё, и раз нам же GPS наш показывает, что можно. Ну вот мы и поедем так. Дико, дружище. Эй, как жизнь? Вот так, сквозняком мы выехали. Погоди, я открою. Давай, годи. Тоже тан-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 тан. Да. Едем на встречу с О'Брайеном. Что нам интересного он расскажет? А что ты воешь? Тебе помощь нужна? Вот мы выехали так вот прекрасно, да? Пошел-то отсюда. Ну? Сейчас. Подожди. Уже? Эй, слушай. Водища, тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Лагерь? Какой? Покажите. Где? К Железному Майку. Конечно. Иди к Лост Лейк. Спроси Рики Патил. Она тебя впустит. Пожалуйста. Его сам Бог послал. Я уже отчаялась. Думал, мне конец. Спасибо. Иди, там этот с ума сходит, фрик. Скажи им, Дикон. Дикон Сент-Джон. Беги, старайся на глаза не попадаться. Нет, не получилось. А, вот так. Да ладно, 4 удара, фрикану, и он живой, бред, лютый бред. А эффективность лома? Ага. При ремонте мотоцикла эффективность возрастает, а так... Ну, пойдемте, найдем что. Я надеюсь, сейчас найдем эту тарушку. Ой, лом точнее. Давай. Есть. Сколько? 3, 2. Отлично. Я очень надеялся на то, что эффективность возрастет при ремонте оружия, а там только байк. Жаль, очень жаль. Здесь. Возьмем, чё. Я тоже доволен. Сент-Джонс, ты чё делаешь? И весь лом опять на это уходит. Не знаю, спорно это, мне кажется. Спорно, вот, ремонтировать оружие. Но оно настолько невыгодно, что ты постоянно без лома все-таки ходишь. Ну что это? Сохраняемся и поехали. Так, вот здесь свернуть надо, где? А, вот здесь. Хорошо. Ну здесь мы просто нажимаем, я не газую. Вот. Че, уже почти приехали. На встречу с О'Брайеном. Да?
Ну, а, вот так. Какого хрена? Я нашел тех, кому могу доверять. Тех, кого это все не устраивает, как и меня. Я тебе зачем? Вот, посмотри. Ты был прав насчет жены. Где допуск? Ты это взял? Когда шла эвакуация, вроде только допуска. Сотрудников мэра, федерала. Так вот, у Сары Ирэн Уитакер был 4-й уровень допуска. Уровень допуска. Она улетела на базу разведки. Возле Форт Рок. Отведи меня. Нет. Нет? Я же тебя подбросил, мы вроде друганы. Базы нет. Что? Год назад. Местное ополчение. Ополчение? Ну и где их лагерь? Ну, не знаю. Как вы можете не знать? У вас же вертолеты, спутники. Где-то рядом с Крейтер Лейк. Но туда нельзя лететь, ясно? Там блокпосты, ракеты, гранатометы. Крейтер Лейк. Крейтер Лейк. Крейтер Лейк. Знаешь, чем мы здесь занимаемся? Мы изучаем эволюцию зараженных. Она идет вовсю. Сейчас мы в аду. А дальше будет хуже. Намного хуже. Лейтер Лейк. Опять подашься в намады. О, давайте вот это соберем. Иди ты к черту, Брайан. Мне наплевать на все это. Бухарь! Бухарь, ответь! Да, Дик. Слушай, тут такое дело. Год назад мы с Майком... Мы хотели поехать на юг, но перевал с Антием был закрыт. А он сказал, что знает другой путь. Дик, Майк сейчас не особо нами с тобой доволен. Да ты просто послушай меня. Ты помнишь, что он сказал? Майк-то? Да, он. Он хвастался, что знает тут все козьи тропы на сотни миль, сказал. Есть дорога, которая идет вокруг горы Цинс. Кажется, горы Цинс. Как-то так. Тилсон, Тилсон, да. Точно, перевал Цинс. Слушай меня, а Брайан, короче, он нашел ее удостоверение. Да, Бухарь, я думаю, она жива. Дик, ну ты не терял надежды. Ты всегда знал. Ты не сдавался. И что ты будешь делать? Не знаю, Бухарь. Не знаю, но... Господи, если есть шанс, что она жива, я... Ну... Я должен ее найти. Ты обязан. Черт, мне пора. Рике и Эдди нужно помочь. Полку им там повесить или еще что-то такое. Слушай, поговорим, как вернешься. Конец связи. Ладно. Ладно, да. До скорого. Так, давайте переместимся, потому что серию надо закончить. Это что? Поговорить с Железным Майком? Ну, давайте мы туда переместимся, а там серию закончим. Тут уже на трассе оставаться опасно. Ну что, удостоверение Сары? У нас есть удостоверение Сары, и она жива. Уверен, и повторю то, что говорил с самого начала. Сарочка наша жива. Откройте дверь заплутавшему намаду. Быстро, быстро, быстро. И напишите, пожалуйста, в комментариях, друзья, куда делась моя снайперская винтовка. Это радио «Свободный Орегон». Как ты надоел уже. Освобождай. Он тут уже бывал. Я тут узнал, что некоторые из вас сотрудничают с Неро. Да. С Неро, которые у нас на глазах уничтожили группу выживших. С Неро, которые бросили нас погибать во всем этом дерьме. Кто-то назовет этих людей дураками. Но у меня есть другое слово. Предатели. И поверьте, к предательству я отношусь серьезно. Но я человек разумный, поэтому на первый раз просто предупрежу. Хватит. Прекратите. Прямо сейчас. Пока мы вас не нашли. А мы найдем.
Ты чё? И тогда вы поплатитесь. Я лично повешу вас на самом высоком дереве, какое найду. А когда вы будете на последнем издыхании, мы четвертуем вас и скормим вашим любимым фрикам. Это я вам обещаю. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Да, ну, Коуп, меня это тоже бесит. Флаг тебе в руки. Да, это и моих зрителей бесит. На бездорожье, наверное, много бензина. На бездорожье, да, наверное. Буду здесь, если понадоблюсь. Теперь пойдемте купим оружие. До встречи, Дик. Счастливо. Забываю, а потом выезжаю на дело без оружия. Получается лютая фигня. Давайте трофеи сдадим. Эй, Дик, ну как оно? Ничего. Привет, Джо. А, ясно. Ага. Пока, Дик. Давай, береги себя. Дик, давно не виделись. Припасы. Ну, как дела? Все есть. Все есть. Метательное оружие. Это мне не нужна световая граната. Так, где наш мотоцикл? Заходи, наша мотопипирка. Сохранимся и нашу стелс-прокаческую серию закончим. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.